Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях подорожает с 15 октября. Об этом пишет ЕСЯ. С завтрашнего дня начнут действовать осенние тарифы. В сравнении с прошлым годом они возрастут на 8,5%. В настоящее время по данному направлению работают 7 паромов. Предельные тарифы установлены в связи с закрытием навигации и наступлением периода неблагоприятных метеорологических условий. Средняя стоимость одной тонны груза составит 980 рублей. Максимальная цена проезда для взрослых и детей старше 10 лет установлена на отметке в 220 рублей.